Так, мы вам не показали тут одну из главных достопримечательностей. Это голодные рыбки. Вон, посмотрите. Мне кажется, их вылавливают и потом продают. Но они растут сначала, вырастают. Карпики, наверное, какие-нибудь. Мне кажется, это бычки. Ёршики, бычки кто-то водит. Да, бычки. Мне прям, знаешь, хочется ноги окунуть. Это как которые вот эти тебе кожу съедают. Эти отгрызут пол ноги. Все вот такие маленькие. Ну, такое, да, интересно. Очень. Мы тут еще видели чаек, но мы их разогнали. Это медуза, о боже мой, кошмар. И вон еще целая стая голодных. Бедные рыбы, туда-то. Ну, посмотри, сколько их много. Они как голуби на набережной все стопли. Бешеные. Я думаю, что здесь свалиться воду не на руку может закончиться не очень хорошо. Будьте аккуратны. Яхточки стояли, баунти, черное море. Каждый, знаешь, ты смотришь на такие яхты, которые такие стилизованные, сразу понимаешь, что этот человек живет. Опять забираем. Представляешь, мы вот будем сейчас нырять? А там рыбки. Ну, только не побольше там, да? Да, можно. Да, может, кого-то поймаем. Да, добычиться. Надо их разрисовать в разные цвета, чтобы был как коралловый риф. Мне кажется, какая-то рыбка уже поджарилась, рыбу. А вон там напротив, как раз ее поймали и приготовили.